идет речь о героях социалистического труда. Мне приятно, когда говорят, восстановить надо. Я думаю, что да, действительно, но прежде всего надо восстановить то количество скота, овец, которые были, и тогда дешевле будет мясо в магазинах, а вы, ребята, студенты, которых сегодня сняли с занятий в университете, и вы пришли на эту встречу, на презентацию, а вас дешевле будет в столовые обеды. Тогда это будет уважение к труду, к тому, которых мы говорим, что людей надо уважать по труду. Да, о героях социалистического труда, которых рассказывают о наших гидростроителях, они по-настоящему люди, герои. Я знал всех этих, я с ними из Красноярской ГЭС, на Саяно-Шушенской ГЭС. Действительно, это простые, благородные, но в то же время это трудяги по-настоящему. И поэтому они заслужили такой высокой награды от нашей Родины. Сегодня принято так говорить. Я атеист, а не верующий человек, но говорю, дай Бог, чтобы восстановили то уважение к человеку труду, которое он заслужил и которое было заслужено при социалистическом строе нашей страны. Люди труда, прежде всего, являются основой государства. Никто другой, ни начальники, ни президенты, ни руководители правительств, а являются люди труда. Вот люди труда – это первая ценнейшая наша часть нашего государства. И я желал бы всем людям, желал бы благородства, счастья, здоровья и успехов в их жизни. А вам спасибо за внимание. Спасибо большое. Ну что ж,